История началась в далеком 1977 году, когда в составе Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио «Госпель радио СССР» под управлением народного артиста Виктора Сергеевича Попова была создана танцевальная группа, которую с нуля по кирпичику каждый день, каждый месяц, каждый год возводил творческий дуэт Юлии и Александра Канаева. Довольно длинный путь, много всего было. Я не буду вот сейчас перечислять всего того, что пришлось нам пережить вместе со всей страной, наверное, за лихие 90-е, да, за сложные 2000-е. Но мы продолжаем, мы развиваемся, мы стараемся воспитывать наших ребят в любви к творчеству. Неважно, по какой дороге они бы не пошли дальше. Мы все очень волнуемся, да, все-все-все, и за кулисами, и вот и я на сцене тоже очень волнуюсь. Встречайте, аплодируйте. Мы рады приветствовать на этой сцене, о, я смотрю, вы ошиблись немножко, да, наших друзей, среднюю группу Большого детского хора имени Виктора Сергеевича Попова, которые пришли нас поздравить вместе со своим художественным руководителем, главным дирижером Георгием Андреевичем Журавлевым. В начале нашего совместного пути творческого Большой детский хор являлся одним из главных, самых востребованных детских коллективов. Был широко известен в нашей стране и за рубежом. Благодаря высочайшему профессионализму и мастерству Виктора Попова и его хормейстеров, исполнителям от 6 лет до 18 были подвластны произведения от сложнейшей классики до детских песен. Наша жизнь продолжается в наших учениках, и сегодня Большой детский хор с гордостью носит имя своего основателя Виктора Сергеевича Попова, сберегая и развивая наследие, оставленное великим мастером. С хором работают его ученики и преемники, направляющие всю силу своего профессионализма и творческого энтузиазма на дальнейшее процветание славного коллектива. Ребята дарят нам песню. Первую. О веселом ветре музыкой Исаака Данаевского стихи Василия Лебедева-Кумача. Встречаем! Thank you.
вторую песню, которую нам дарят ребята. Вместе весело. Молодцы. Музыка Владимира Шаинского, стихи Михаила Матузовского. Солистки Ульяна Гуминская и Маргарита Волкова. Все время с песнями большого детского хора. Можно сказать, что у нас здесь, да, половина на них выросла, на песнях большого детского хора. Вам удачи, процветания, надеемся на дальнейшее творческое создание. Спасибо, ребята.